Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» удачно стартовал в 1/8 финала Кубка Европы. Волею жеребия и в чем-то даже проведения соперники горожанам на этой стадии достался клуб, который на предыдущем этапе турнира стал только третьим в своей группе и попал в плей-офф лишь потому, что ряд команд отказались от дальнейшего участия в Еврокубке. Знакомьтесь, БК «Кировнос» из кипрского города Никосия. Именно с выездной игры против этого коллектива Зоран Лукич и Ко отправился в поход за вторым по значимости трофеем Старого Света. И первый плей-оффовский шаг получился победным. В этой паре российский клуб изначально числился в фаворитах. И свое превосходство в классе Нижний Новгород показал уже на первых минутах встречи на паркете Республики Кипр. Горожане в гонку за очки ввязываться не стали, зато отлично контролировали мяч и часто держали его все отведенные на атаку 24 секунды. Так, первую четверть черно-белые взяли 22-16, а к середине второго периода преимущество гостей выросло до 17 очков, 37-20. Ближе к большому перерыву хозяева выдали отличный рывок и смогли существенно сократить отставание. Но в раздевалке НН ушел все-таки при комфортном преимуществе 39-29. В третьем отрезке в какой-то момент киприоты приблизились на расстояние в 4 очка. Но точные трехи Григорьева вернули все на свои места. А результативные броски из-за дуги Губанова и Камалова подарили нашей команде комфортное преимущество в плюс 15 очков перед ответной игрой на паркете Нагорного. Она состоится уже в среду, 14 марта. Григорий Ожигин, «Объективно», «Спорт», ННТВ.